Привет, дорогие друзья! Сейчас мы находимся в отеле «Астория», где сегодня проходит мероприятие «Собака.ру» – премия «Петербург будущего», а мы, компания «Бешко», являемся партнерами этой премии. Сегодня здесь собрались урбанисты, девелоперы, общественные деятели, архитекторы, дизайнеры и художники для того, чтобы познакомиться, вступить в коллаборации и вместе создать Петербург будущего. А мы, как коренные петербуржцы, специально приготовили кое-что интересное. Всеми любимое солнышко Fireball специально для этой премии было собрано в размере 1,5 метра. И сейчас он займет центральное место на сцене, где будет проходить вручение статуэток премии. А это Торшер Тауэр, макет самого высокого небоскреба в Северной Европе, Лахта-центра. В фойе гостей встречает светильник-фонтан – классическая форма, которая дарит ощущение торжественности, но при этом не перегружает пространство. Прекрасно вписывается в классический интерьер, дарит мягкий, теплый, комфортный свет.